14 сентября прошли выборы губернатора Челябинской области. Явка избирателей составила почти 43%, а свои голоса отдали 1 200 000 южноуральцев. Прогнозируемых 50% посещаемости достичь не удалось, однако региональные показатели оказались выше среднероссийского уровня активности. Избранным губернатором Челябинской области стал Борис Дубровский. Инаугурация губернатора запланирована на 24 сентября. Также в этот день состоялись выборы в районные советы города Челябинска. По итогам данного голосования представители партии «Единая Россия» взяли 156 мандатов из 170. В Центральном районе одержал победу кандидат от «Единой России», а также проректор по учебной работе ЮРГУ. Настроение отличное. Нужно сказать, что должность на самом деле новая, потому что у нас в Челябинске идет реформа органов местного самоуправления. То, что вчера случилось, это хорошие предпосылки к тому, чтобы в городе Челябинске, в Центральном районе были сформированы эффективные органы власти. Университету очень важно, чтобы его представители находились в органах власти, потому что университет наш он не живет же замкнуто, да? Он активно вписывается в социальное пространство, определяет политику в городе, в области, и это правильно. И у нас очень много интересов и задач, стоящих перед университетом, решение которых во многом зависит от наших органов власти. По словам председателя областного избиркома Ирины Старостиной, нарушений, которые могли бы изменить ситуацию или отменить результаты выборов, в областную избирательную комиссию не поступало.